две поднятых руки, да. Относительно последнего замечания представителя азербайджанской делегации, хотел добавить этот факт, что этот регион контролируется не армянами, а выбранными органами жителей Нагорного Карабаха, президентом и другими институтами этого региона. Я не хотел этого говорить, но вы меня вынуждаете. Азербайджан и Турция были единственными двумя странами в мире, которые нарушили общее прекращение огня в ходе пандемии, которая была объявлена в начале пандемии. И что касается последнего инцидента с участием моей коллеги, по отношению к председателю предыдущей, точнее, предшествующей предыдущей сессии, я хотел бы отметить, что председательство сессии – это очень временное полномочие, и они рано или поздно подойдут к концу.